Ни Рим, ни Венецию, ни Флоренцию, а Чебоксары выбрал итальянский певец Энрико Колонна для съемок клипа на новую песню. Столица Чувашии приглянулась ему своей красотой, а пасмурная погода создала подходящее настроение, внесла нотки грусти. На съемочную площадку заглянула Ирина Ромадова. О любви, верности и разлуке. Песню «Себастас Цель Аморе» Энрико Колонна написал, вдохновившись реальной историей. После долгих лет брака герой узнает, что его любимая больна раком. Он вспоминает счастливые мгновения их совместной жизни. Композиция вошла в новый альбом Энрико. Клип на нее он решил снять в России, а точнее в Чебоксарах. Город очень красивый, монастыри, памятники очень впечатляют. Люди дружелюбные, открытые, гостеприимные. Очень нравится. В столицу Чувашии Энрико приехал с супругой и сыном. Говорит, при любом удобном случае берет семью с собой. Я стараюсь во всем его поддерживать. Стараюсь создать условия, чтобы он мог творить, работать. Оставляю ему только то, что ему нравится делать. Энрико – постоянный участник фестиваля «Сан-Ремо». Много выступает в России и любит русскую публику. Поклонники его творчества есть и в Чебоксарах. Они-то и предложили ему снять клип именно в нашем городе. Они не были никогда в Чебоксарах. То есть они посмотрели в интернете те фотографии, которые мы им предоставили. И вообще, по нашим разговорам, мы же общаемся. Общаться с итальянцами несложно, говорят сценарист и режиссер клипа. Энрико работа не боится и с пониманием относится к тому, что из-за пасмурной погоды уже несколько раз приходилось менять сценарий прямо по ходу съемок. Погода не очень хорошая, но со стилем и смыслом песни она очень сочетается. Природа грустит вместе с героем. Вообще, по сценарию мест съемок очень много, говорит режиссер клипа. И в помещении, и на природе. Это нужно, чтобы как можно шире показать 20-летнюю историю любви. Организаторы отнеслись к клипу с максимальной серьезностью. Даже провели кастинг актеров. Очень сложно было найти именно ту девушку, которая бы подходила непосредственно под героиню нашего старшего возраста, которую вот мы искали ее долго-долго. И вот опять дело случая, да, даже кастинги нам не помогли, если честно, да. То есть пришло очень много участников, как виртуальных, так и реальных. Очень много просмотрели мы кандидатов. И без обиды будет сказано. То есть тот человек, который нам нужен был, мы как бы не смогли это найти все-таки. И вот буквально случайно накануне съемок, приезда наших уже гостей, такую девочку нашли. Первыми готовую работу увидят итальянские зрители. Но съемочная группа обещает, что чебоксарцы тоже смогут оценить чувашско-итальянское творчество. А пока для телезрителей Энрико согласился спеть одну из своих любимых песен на русском языке. Ночь и тишина, данная на век, дождь, а может быть, падает снег. Ирина Ромадова, Павел Редков, Вести Чебоксары.